Экскалибур на разоре. Немного перетасовали. Получилось то, что я не ожидал. Ну что, поехали? Нет, не поехали. Синг-синг ставит паузу. Недалеко мы уехали. Бульба АФК. Это великолепно. Но, по-моему, Бульба был на пике. Если мне память не изменяет. Или он на ФК напикал? Ждем Бульбу. Гоу. Ладно, по составам. Бульба, Шейкер, Койко играет на инвокере, Синг-Синг, Фейслис Войт, Экскалибур, Разор и Пайкат гоняет на Патме. Команда Легион 13. Зеус, Шаудоу, Шаман, Джестервер, Никс Ассасин, Старликс, Сайленсер, Гизмо, Райс Кинг и Ахалкати играет на Думе. Да. Почему надо выбрать такой ник? Что в нем замечательно? Он не читается, его нормально. Хрен кто с первого раза произнесет. Издевательство над людьми. Ну что, отправляются. Посмотрим, что будет по лайнам. Пайкат находится на топе, но я думаю, на тяну уйдет. Здесь Синг-Синг будет стоять на оффлейне на войде. На ботами тем временем Экскалибур. Бульба на шейкере просто бегает. Ну, наверное, крипов сейчас у Койко заберет. Спанули Пайката. Подкоп. Много дэмэджа. Это First Blood в исполнении Легион 13. И забирает его Сайленсер. Первые два интеллекта уже на... Еще до выхода крипов. Неплохая. Неплохой старт для Легион 13. Будем за них топить. Все-таки это СНГ ребята. Можно, наверное, немного поглорить. И представляю, кого Синга забомбит, если его какие-то неймы раскатают. Дум. Ну и здесь Пайкат. Пайкат выходит на лейн, будет его гонять, фармить будет Разор, понятное дело. Посмотрим, что здесь. Здесь Райс Кинг. Райс Кинг, я так понимаю, судя по замахам на крипов, фармящий. Да, это мейн керри. Рядом стоит Никс. Не знаю, кстати, почему Никс. Можно было кого-то интереснее саппорта подобрать. Койко в медле против Старликса. Это медловый сайленсер. Кстати, неплохой выбор против инвокера-то. Вставать там особо нечего. Ну вот по крипам проблема пока небольшая. 1-2 у инвокера, 0-0 у сайленсера. Из первого пака он ничего не добил, а Койко вот сейчас начинает собирать подошедших крипов к вышке. Да, по крипам все гораздо лучше. Зеус начинает размениваться с Сингом. Синг меняется по ХП. Проходит баш. Сеточка. Подкоп, здесь же шейкер, фиссурина, тычка и минус байсинг. Тут нормально так насыпало сейчас инвокеру. Колд снэп, скинул себя, но
маны предостаточно, так что да, сняться нечего. Но когда Void No Flay не делает килл, это неприятно. Будет ли подкоп? Подкопа не будет. Упрыгивать есть чем, и уходит отсюда Синг-Синг. Invisibility. Заход в спину Сайленсеру. Беги, бро! Беги! Грязный Минотавр с бревном пытается до тебя домогаться. Уходи! У! Аро попадает в лицо. Ну что ж ты, Санстрайк? Ай-яй-яй-яй, есть под сейф ТП, прилетает сюда Никс. Что ты пришел? Уходи отсюда, жук. Как же так? Ну а здесь Разор высосал 14 дэмэджа. Будет сейчас ласт-хитить. У Дума 2 крипа, у Разора 11 на 8. Неприятная ситуация на лейне также для Дума. Ну и Синк уже 4 уровень. По крипам. 5-1 у Синга, 9 на 2 у Райс Кинга. И непонятно, кто здесь стоит в трипле, кто в оффлейне. Подходит сюда Никс. Эзершок. Ну они сейчас все косты потратят, и Синг себя будет намного увереннее чувствовать. Подкоп. Сеточка. Фиссурина. И Синг начинает бить лицо. Спрыгивает вниз. Откушивается и подымется. Что у саппортов есть? Саппортов нет. Нет, тут есть фласка, есть тангусы. Можно пробовать их. Экскалибур. 17 на 2. Топовый по крифтацию. Инвокер. Пятый. Сейчас у Войда появится купол. Это минус один будет мгновенно с Санстрайка. Еще одного может заклупать сам Инвокер. Нормально так Инвокеру тут налетел по спине. Тут же на развороте. Фиссурина. Старликс. Куда ты с подводной лодки денешься? Пытается уйти. Тычки от Патмы в спину. Липы нет. И килл забирает Пайкат. Ну, выйду уже пол шестого. Ну, в смысле, пол шестого уровня. Разор. Высосал 147 дэмэджа. Больно здесь, но бежал под Регином, поэтому не захотел Экскалибур до конца идти, да и грибов. Пропускать не особо хочется. Войд. Будет кто-то помогать ему? Ну, здесь рядом Патма. Если будет купол, то можно забирать. Надо то, чтобы Райс Кинг не получил шестой, а он только получает пятый. Соответственно, реинкарнации не будет. И один крип остается Войду до того, чтобы приостановить время. Что, будет купол или нет? Есть купол. Пошли тычечки. Пошел Арроу. Арроу залетает. Пошел Санстрайк. Разделили пополам. Гизма погибает. И тут еще зачем-то подошел сюда Таймволк. Это, скорее всего, минус 2. Синг-Синг до конца получает стан. Ну, уйдет, уйдет здесь пацан. Пайкат. Тикать. Сеус. А вдруг баш? Нет, не проходит баш. Ну, Куйку как-то не особо здесь это напрягает. У нее и реген хп неплохой, и реген маны 2,5 в секунду. 5-1 счет в пользу команды Синг-Синга. Ну,
Ну что, под пуш начинается. Разор аквилку включил. Да, есть хедреска и заходит на тавр. Нужно сюда ТП и дефать или хотя бы забрать крипов. Отбиваться от разора, конечно, трудновато. 38 на 20, тем более по крипам. У Экскалибера великолепный крипсат на карте. Ну, почти 8 уровень Экскалибур. Есть на баклер, скоро будет мека. Войт приходит на лейн, 40 секунд до купола. Что по нетворсам? 8 минута, 3200 разор, 2900 инвокер, 2300. Войт и все это игроки команды Team Tinker. Что есть у Сайленсер? У Сайленсера Arrow, который он заевейдил, слава богу. И есть купол Войда. Можно попробовать кого-то забрать. Экскалибур принес себе баклер или нет еще? Это Мидас у койку. А, он БТ добрал, понятно. Пошел глобал, остановили ганг. Побоялся он в медле, что ему лицо разобьют, но не разбили лицо. Шейкер, фиссурина, сосу дэмэдж, дума нет. Ой, как много дэмэджа, идет дальше с ПТ, есть подсейв ТП, аж два даже прилетает сюда, расты, я так понимаю. Никс Ассасин, да, в медле тем временем через купол забирают Сайленсера. Ну да, три игрока команды Легион 13 стоят возле Т1 Тауэра, ждут, когда они будут его дефать. На топе тем временем все крипы подошли к Синг-Сингу, он просто фармит. Есть тысячи на руках, падают, падают крипочки. Forget it. Dire's middle tower is under attack. Разор. Шейкер четвертого. Разор отходит. Ну, что ему сделать? Здесь вот Дума есть, конечно, ультимейты. Могут попробовать всей толпой цепануть. Но пока не получается. Дум. Хотел заткнуть, не дотянулся, получил много дэмэджа. Здесь 4 человека, шейкер, фиссурина. Грызается шейкера, пошел сайленс. Ну, шейкер, скорее всего, здесь погибнет. Хотя, разор, минус дум. Погибает шейкер, шейкеры заткнули как раз таки дум. Запрыгивается по тма, начинают наворачивать по Зевсу. Зевс, скорее всего, минус. Здесь пошел разор наворачивать, будет еще тычечка. Да, дэмэджи высосал тьму, просто удар с руки, удар вышки, минус. Пытаются пацану еще цепануть Никса. Никс, кропась нет, подкоп нет. Так что, скорее всего, это минус. Да, минус 4 на пустом месте. Ну и момп появляется у Вайда. 10-я минута. ПТ, момп, урманшилд, стики. Экскалибур уже, наверное, с мекой летит ли к нему. Баклер, Миказ, да. Заход на вышку. Да, у Шадоу Шамана все плохо. Очень плохо. Две ветки и смог. Скоро он будет падать с одного санстрайка, я не знаю, случайного. Пикал у Синги. У Синга в теме Бульба. Где Войд? Войда есть купол. Сейчас будет рыба. Закрывают. Санстрайк. Минус. Синг-Синга пытается спануть. Мом уже кончился. Пытается уйти отсюда. Цепляют Синг-Синга. Пошел Мунлайт. Видит ли? Наворачивают. Больно. Отходит Синг-Синг. Ну и все нормально. Снова минус Сайленсер. На топе Шейкер. Дофармил себе арканчики. Пытается дофармить шестой уровень.
А там на Аботами уже вторую вышку сторонили. Я понял. Экскалибур со вторым ультимейтом. 1500 на руках. Ой-ой-ой-ой. Покупает Ogre Club. Что, 12 минут? Давайте посмотрим графики. Более 11 тысяч преимущества у команды Синг-Синга, а же Тим-Тинкер. Ну и по XP также. Да, одинаково, что XP, что золото. Это всего-то 13 минута. Сейчас еще Deny Tower был, немного обновится графика. На топе вышка может упасть сама по себе. Дефт ее особо нечем, подходит сюда инвокер. Есть катапульта. Шейкер тоже тут. Забирает вышку Шейкер. Немного до даггера остается. Пойдут ли на Т2, сейчас узнаем. Пошли арканчики, у Войда до купола 30 секунд. Есть Ogre Club, есть стики. Купил все кларити, но тут негде восстанавливать, по сути. Ману слотов нет. Заход в бочину. Дум с ультимейтом. Видит инвокера. Спалился ганг. Я не знаю, почему Гизма не дал стан. Первый некра уже у инвокера есть. Экскалибур. Ой-ой-ой, Фил сейчас по троим просто будет. Глобал. Дума заткнули. Дума надо просто разобрать до Дума. Разобрали Дума. Экскалибур. Есть еще меха. Он ее может поражать, если что. Прожимает меху. Старликс. Много дэмэджа. Сколько насосал? Он насосал. Ничего. Статик Линк еще есть. Встал с реинкарнацией. Но и тут же погибли. Тут урна, но урна, судя по всему, не добивает. Да, минус 4. И уходит Сайленсер на крополях. Начинает падать вышка. Никого не убили, Легион 13. А вышка падает, Дум по-прежнему не прожал ультимейт. Ну и заход на хайграунд. Предель или некра? Некра еще нет, предели, и кура по-прежнему на базе. Бьют Т3. А Роу выпадает в Дума. Пошел филд. Пол ХП сбрила. Раста может погибнуть. Будет ли санстрайк? Мансит. Ну тут на санстрайк, по-моему, маны нет. А нет, есть. Пошел санстрайк. Не попал. Не хотят отсюда отходить, ребята. Койква. Пошли арканчики, теперь есть мана. Есть кубло Войда через 20 секунд. Заходит на хайграунд, ну и начинает его сыпать. Фортификейшна нет. Пошел ультимейт. Подкоп неплохой по троим. Но слишком много дэмэджа. Кстати, клинком сбил Сайленс себе. Отмазы и выйдет стан. Ну что, где? Вот они пришли наконец-то. Некрачи второго уровня заходят. Есть стан, есть купол по троим. Минус один мгновенно. Гизма реинкарнации нет, падает. Еще можно вгрызть в Дума. Дум под коп попадает по Войду. Дум пытается уйти. Ой-ой-ой, как больно от некрата. Экскалибур, будет ли филд? Будет филд, это минус ник 100%, да. Тут еще Зевс получил по лицу. Упала вышка, начинает падать бараки. Запрыгнул Войд, филд, минус один мгновенно, Войду повесили Дум, по-моему, это Синга не смущает, тычка по руки, тычка с руки, койква даблкил, ну и это минус сторона как минимум. Можно потом отправляться на ботом, потому что в медле стоит Т2 и особо не снесешь. Продолжается драка под фонтаном, эхо слэм, фиссурина, спасается в Виндете здесь Никс. Ну, односторонняя карта, шансов здесь никаких не было, 20 тысяч преимущества на 16 минуте, я думаю, что... Мало кто ждал здесь какого-то камбэка. Пошел глобал. Синг-синг, много дэмэджа. Ну и уходит на моми. Стан, экскалибур. Ну ему тут ничего не сделают. Пешком уйдет. Я не включал вам, пап. Это сами про игроки сделали.
из турнирной игры PUBG. Dire's middle tower is under attack. Третья некра. Падает вышка в медле, кого-то там цепанули. Расту, тычка Расти. Пройдет ли баш? Прошел баш. Подкоп, Синг-Синг, Старшторм. Пайкат получает стан, но Пайкат спокойно идет, ставится купол, минус Сайленсер, Пайкат просто убегает, Войд. Реинкарнации нет, еще 20 секунд, подходит Некра, видит Никса, минус Никс, пошел Арл, попадает, опять же без маны, запрыгивает Войд, таймволк, цепляет Дума, Дум пытается уйти, через 3 секунды будет ультимейт, вопрос, успеет ли заюзать. Ну, судя по всему, нифига он не успеет заюзать, сожрал стики, слишком много дэмэджа, тычка от инвокера, Синг-Синг. Переключается на Расту, Как-то вот так, трипл килл от койку, и догон появляется у Патмы. Тем временем в медле. Экскалибур просто заходит на хайграунд, второй ультимейт есть, есть Аганим уже, здания могут осыпаться. Войд запрыгнул, начинает бить по голове, пьют очень много дэмэджа по дому, ну и тут уже не отпустят. Догон, реинкарнация. Далеко он ушел с реинкарнацией. Издевательство под фонтаном, на самом деле. Синг-Синг начинает дезморалить пацанов. Dire's middle tower is under attack. Ну что, вышка в медле должна падать, я так подозреваю, или еще дефаться будут. Да, вроде как собираются подефаться. Пошли момы, Экскалибур. Ультимейт уже закончился, подход Виндетти, можно ударить по мому, но это все равно слишком мало дэмэджа. Попали по Сингу, Карапасы, стан, минус ману мгновенно, Синг-Синга затыкают Думом, Дум потратили, я бы сказал, на ментовой, Экскалибур, прожал Меку, Анхоли, Старлик пытается уйти, отличная фиссура по двоим, Эхэслэм, это минус 5, и я думаю, что сейчас должна последовать надпись ГГ. На Гизма пишет ГГ, и 19 минут понадобилось Тим-Тинкер, чтобы закончить эту катку. Великолепный нетворс у Shadow Shaman. Что ж, дорогие друзья, на этом канале все. Больше трансляций не будет сегодня, если только позднее вечером, если не успеет закончиться гранд-финал, здесь будет квалификация к StarLadder'у, поэтому я вас торжественно отправляю на StarLadder 1, где Вилат комментирует гранд-финал и Gaming Bets лиги, поэтому отправляйтесь туда, смотрите игру.